Жителя Костанайской области подозревает в том, что он изрезал ножом свою мать и сестру. Женщины поступили в больницу с множественными ранами. Сообщается, что 62-летняя потерпевшая мама обвиняемого поступила с ножевыми ранами на лице. У 37-летней сестры порезы кисти и рук. В страшном преступлении подозревается 21-летний житель области. Сейчас его проверяют на психические заболевания. Уголовное дело. Пострадавший получает амбулаторное лечение. Сам подозреваемый в настоящее время помещен в Костанайскую областную психиатрическую больницу. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух лиц».